Женоненавистник – мужчина, который ненавидит женщин так же, как женщины ненавидят друг друга. Пуританство – боязнь, что кто-то где-нибудь может счастливым. Единственное, чего нам всегда не додают, это любовь. Единственное, чего мы всегда не додаем, это любовь. Единственное, чего требует от нас жизнь, осознавать ее, а не принимать безоговорочно. Острить и занимать деньги надо внезапно. Ничто не уязвляет мужчину сильнее мелких женских булавочных уколов. Мы готовы к могучим ударам меча, а нас щекочут в самых чувствительных местах. Когда в правительстве нет чести, отравляются нравы всего народа. Ни один публичный человек не может быть немного кривым. Жизнь – не арифметическая задача и не геометрическая фигура, а чудо. Любовь не должна просить и не должна требовать. Любовь должна иметь силу увериться в самой себе. Тогда не ее что-то притягивает, а притягивает она сама. В жизни нет ничего настоящего, кроме безрассудства любви. Мы любим своих матерей, почти не задумываясь об этом, и не осознаем всей глубины этой любви, пока не расстанемся навсегда. Самый несчастный человек на свете – это атеист, он видит морской закат, и ему некому сказать спасибо за эту красоту. В морали, как в живописи, главное состоит в том, чтобы в нужном месте провести линию. Когда ты стареешь, самое сложное – держать свой горизонт открытым. В первой части вашей жизни все перед вами. Весь ваш потенциал и обещания. Но с годами вы принимаете решение. Вы вырезаете себе заданную форму. Тогда задача состоит в том, чтобы продолжать открывать зеленый растущий край. Любовь не знает достоинств или недостатков. У него нет масштаба. Любовь любит, это его природа. Как говорят афганские свахи, голос – это больше половины любви. Любовь – это добро, как и дружба, верность, честность, свобода. Какой смысл быть избранным или переизбранным, если вы не отстаиваете что-то? Когда мы пришли в офис, больше всего меня удивило то, что дела обстоят так же плохо, как мы и говорили. После слова «прощайте» он поставил восклицательный знак и многоточие. В этом он видел признак высшего шика. Изо всех бурь, которые обрушиваются на любовь,
Просьба денег самая охлаждающая и разрушительная. Помните, тишина иногда самый лучший ответ на вопросы. Высокомерие никогда не оправдано. Оно происходит из низкой самооценки или временных поверхностных достижений. Запомним эти отрицательные черты. Будем же сознательно относиться к нашим собственным недостаткам, к оценке наших реальных возможностей, осознавая, что в общем мы ничем не отличаемся от тех, над кем утверждаем свое превосходство. Из мудрости вытекают следующие три способности: выносить прекрасные решения, безошибочно говорить и делать, что следует. У кого характер упорядочен, у того и жизнь благоустроена. Лучше изнашиваться, чем ржаветь. В самом обыкновенном найти невероятное, а в невероятном – обыкновенное настоящее искусство. Если вы нейтральны в ситуациях несправедливости, вы выбрали сторону угнетателя. Дайте человеку рыбу и накормите его на один день. Научите человека ловить рыбу и накормите его на всю жизнь. Научите человека ездить на велосипеде, и он поймет, что рыбалка – это глупо и скучно. Всевышний отвечает тремя способами. Говорит «да» и дает, что ты хотел. Говорит «нет» и дает то, что лучше. Говорит «потерпи» и дает самое лучшее. Дружите с умным, ибо друг дурак порой опаснее, чем умный враг. Сердце того, кто страстно стремится к красоте, она сияет ярче, чем в глазах созерцающего ее. Вы можете стать свободными лишь тогда, когда даже само желание искать свободу станет для вас уздой, и вы перестанете говорить о свободе как об искомом и достигнутом. Фунт смелости стоит тонны удачи. Если способность выполнять тяжелую работу не является навыком, то это лучшая возможная замена ему. Любовь не начинается и не заканчивается так, как нам кажется. Любовь – это битва. Любовь – это война, любовь – это взросление. Люди платят за то, что они делают, и еще больше за то, чем они позволили себе стать. И расплачиваются за это очень просто – жизнью, которую они ведут. Вся структура федеральной конституции доказывает, что правительство, которое она создает, должно было быть правительством с ограниченными и определенными полномочиями. Страсть к должности среди членов Конгресса очень велика, если не абсолютно бесчестна, и сильно затрудняет деятельность правительства. Они создают должности собственными голосами, а затем сами стремятся их заполнить.
Знание того, что у всех людей есть слабости, и у многих есть пороки, делает необходимым правительство. Принципы и страсти людей всегда одни и те же, и ведут к одному и тому же результату, изменяясь только в зависимости от обстоятельств, в которые они поставлены. Там, где преобладает избыток власти, никакая собственность не пользуется должным уважением. Ни один человек не может быть в безопасности в своих мнениях, в своей личности, в своих способностях или в своем имуществе. Народное правительство без народной информации или средств ее получения есть не что иное, как пролог к фарсу, или трагедия, или, возможно, и то, и другое. Самое сильное, что вы можете развивать как предприниматель, это не полагаться на удачу, а развивать способность распознавать удачные ситуации, когда они происходят. Успех никогда не случайен. Как мал человек и как он велик. Любовь – чувство еще более суровое и жестокое, чем голод. Потребление на Алибаба все еще растет. Это потому, что когда экономика идет вниз, люди обращаются к Алибаба, чтобы купить более дешевые вещи. Каждая технологическая революция занимает около 50 лет.